На Украине в центре Одессы рано утром прогремел мощный взрыв. Устройство было заложено у здания управления службы безопасности, если точнее, у запасного выхода, которым обычно никто не пользовался. Взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2-3 кварталов. Также повреждены припаркованные автомобили. По данным украинских СМИ, мощность бомбы могла составить до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Таким образом, это сильнейший взрыв в городе за последнее время. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте происшествия работают следователи.